4 глава книги пророка Михея. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы, и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дочери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дщерям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от в руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли».